Пришла в тайгу весна. Всю зиму медведь в своей берлоге спал, а по весне она подтаяла. Весна, весна, а есть нечего. Почему у бурундука полоски на спине? Ни ягодки, ни орешка. Эх! И пошел Мишка в лес искать что-нибудь поесть. О, ягодки! Да не скоро еще медвежья еда, ягоды да орехи созреют. Вот видит медведь старый пень. О, сяду, отдохну маленько. А под этим пнем была нора, в которой жил бурундук. И медведь чуть не раздавил его домик. Эй, есть тут столько кто? Вылезай! Вам чего от меня надо? Здорово, бурундук! Может, у тебя хоть есть чего поесть? Ах, сейчас! А у бурундука в норе ягоды да корешки еще с осени хранились. Ну вот, как бы вот. Так и стал он бегать туда-сюда, туда-сюда. Ты все, медведь, больше ничего нет. А мне больше ничего и не надо. Я уже сыт. Хоть и маленький ты зверь, бурундук, а хороший. Что это было? Это я тебя погладил. Ничего себе, погладил. Ничего себе, погладил. Ну вот, убежал куда-то. Спасибо тебе, бурундук! Эх! Да, так и ходят бурундуки с тех пор полосатыми. Их дети, и дети их детей. А когда их спрашивают, откуда такие красивые полоски, они отвечают: а, это нас дедушка-медведь погладил.